этот автомобиль, как утверждает его слоган, другой, и на то есть причина. Поклонники называют его Иво, и в настоящий момент это уже 10-я версия этого спортивного седана. Lancer Evolution выигрывал для своих пилотов чемпионаты мира по ралли с 1996 по 1999 года и Кубок конструкторов в 1998 году. Одна из самых передовых технологий в Lancer Evolution – это система динамического контроля автомобиля Super All-Wheel Control, косвенно распределяющая крутящий момент на колесах. Система использует имеющуюся тягу, благодаря чему Lancer Evolution получает непревзойденную плавность прохождения поворотов, ускорение и безопасность. Каждая деталь Lancer Evolution отличается. Всем подразделениям запрошено подкрепление на Boulder Road. Чрезвычайная ситуация. Всем подразделениям. Прием.
богами. В SCPD при выполнении задания вы имеете полную поддержку командного центра. Для следующего задания одобрено применение перекрытия дороги. Перекрытие дороги перед целью и вами будет установлено по вашему запросу. Столкновение с заграждением нанесет объекту повреждение и снизит его скорость, давая возможность задержать его. Производство RX-8 было начато в 2003 году. С тех пор было продано 160 тысяч автомобилей по всему миру. Этот автомобиль получил признание более 50 мировых конкурсов, включая МИС. Thank you.
ведет преследование синий Субару на South Face Drive. Подтверждаю, перехватчик в пути. Перехватчик, во время погони вы можете использовать полосу с шипами. Создаем будущее охраны порядка. Представляем измельчитель. На 50% шире, на 30% длиннее, без подвижных частей. Ставится быстрее 5 секунд. Теперь устанавливается на все машины SCPD. Впервые представленный компанией Ford Motor 50-х, которые поклонники называют Crown Vic, стал истинным. Попала в аварию.
машинам. Дорога впереди перекрыта. На связи пост. Нарушитель совершил столкновение. Нарушитель прошел заграждение. Повторяю, нарушитель прошел заграждение.
Теперь машина оснащена новейшей технологией – полосой с шипами. Новейшая разработка SCPD выстреливает сзади автомобиля полосы с шипами. Если другая машина наезжает на полосу, она будет временно обездвижена. Воспользуйтесь этим и не теряйте времени. Количество полос ограничено, на перезарядку требуется время. Так что используйте это оружие только когда успех гарантирован. Информация о доступности системы появится на вашем дисплее. Все машины на заграждение разрушены. Повторяю, заграждение разрушено. Подозреваемый ушел.